Тишина. Ты уже снимаешь, Берта? Да. Эх ты. Друзья, всем привет. С вами Дядя Скрипан. Привет, мои хорошие. Эх ты, друзьяки, короче, елки-палки. Мы на барахолке. Катюня, слышишь, у меня такая чуйка. Какая? Что мы что-то найдем очень сильно интересное. Угу. Короче, редкое-прередкое. Короче, я уже, у меня, знаешь, мечты уже в голове. Там я это, такое что-то на 1 300 218 11 гривен, короче. Ага. Куплю себе яхту где-то на Карибах. Зачем тебе яхта? Шорты куплю. И что? И вот это, короче, и в Вилково приеду. А? Я один такой буду? Да я шучу. Ну идем. Что, смотри, что мы там хотели. Есть рапира. А легкая какая, Катюня, ты понимаешь? Коляску держи. Какая-то трехзубчатая. Да все хорошо. Пойдем сейчас к человеку, он уже ручку нам сделает. Идем, зайдем, там еще подарок нам обещали, и не один. Погнали, пройдемся. Ребята, оставайтесь на канале, подписывайтесь, смотрите, короче. Может, что интересное для себя дебанете. А ты внимательно детали не снимаешь, что-то я, конечно. Я чашечку хочу. Да я помню, елки-палки. А может, твоя чашка может стоить 1 300 218 гривен, а? Хотя такую чашку, которую ты хочешь, она бесценна. Угу. Потому что шо, ее здесь нет. Эх ты. Эх я. Ты машину закрыл? Да ладно. Не помню. Наверное, да. Придем, узнаем. Мне нужна вот эта собачка. Что ты вот здесь? Я увидел, когда уже проезжала Махна. А я подумал, что здесь штрафом попахивает, и поехал чуть дальше. Все нормально. Да может быть. Вот эта собачка мне нужна. Какая? Вот собачка. Ты предлагаешь мне что, нагибаться? Да. Ох ты, елки-палки. Я не спрашиваю, я говорю. Вот это пудель Артемонович. Ты что? Их, по-моему, два должно быть, если я не ошибаюсь. Два пуделя? Ломоносовский фарфоровый завод. Ломоносовский фарфоровый. Катюня, короче, покажи руки. Покажи, да руки покажи, елки-палки. Дай ему в руки. Вот это вот все тебе. Ты что? Год лежит. И что, кукует? Он батарейки вставил, не надо ничего, никаких мастеров. Ё-моё! Батарейки вставил. И что ты говоришь, эти часы оригинальные тех, что я в тот раз взял? Я не знаю, я вот только увидел, я взял тебе специально. Обалдеть! И знать не хочу, да? Вот, да, но у меня вот это, я что, смотри, вот оно вот год лежало. Пылилось? А там должен быть какой-то маятник, или это для понтов оно тикает? Там батарейки вставил, и оно циклирует. Циклирует, он тоже так говорит. То есть здесь не нужно никакого мастера, никого. Яночка, а тут, походу, две батарейки, наверное, да? Одна сюда, другая сюда? Он не разбирается. Я вот сюда большую вставил, вот туда. Ага. Вот большой механизм. И пошли, да? И они тык-тык-тык-тык, все. Ёшкин кот. Все, я так понимаю, вот это да. Батарейки вставить, проводки соединить, кукушка будет, ну все работает. На дерево присоединить. Ай-яй-яй, на пол шестого, не, на пол седьмого уже лучше, да? А, да нет, это не на дерево, это куда-то в ресторан пойдет. Да, ну, да я тебя умоляю, что... Спасибо огромное. Катюня, знаешь, что делать? Я, наверное, побежал в машину, аккуратненько отнесу. Да, оставь пока. Или мы возле тебя оставим, только не продай их никому. Ты же помнишь, что ты их вот подарил. Вот бежали, сейчас продам. Да, я что, ты все рассмотрела? Да, вот мне собачку давай. Да опять надо приседать мне. Сколько собачка стоит? 800 тебе присылают. Я забираю собачку, мне нужно. Вот такой пуделяка? А их два должно быть, да? Нет, один? Они разные. А, один разные? Сидит на жопе, лапки. Во-во-во-во-во, я такого видел. Не, я хотел сказать за другой. Откуда же знаю, сколько их в помете было, елки-палки? Может один, может три, может семеро. Фиг его. А может как далматинцев 101, Катюня? И шо? Ну все, с покупкой меня. Поздравляю. Ей чашка уже не нужна. Хотя здесь такие чашки, ты посмотри. Обалдеть. Венгрия. Вот это? Вот, золотые. Ага. Золото. Я вижу, вижу. Нет, под тобой. А, вот это? Хотел сказать, ноги расставь, уже промахнулся. Ага. Я не по золоту. Да не, она так, знаешь, как она губами делает? Два раза, и этой, короче, шелухи там уже не будет. Да не ври, ну что тебе не стыдно вообще такое говорить? Катюня, я с тобой живу и знаю, как ты сербаешь, елки-палки. Что еще ты знаешь, елки-палки? Козел вот тебе нужен? Да не козел, мне надо рядом лежащая баба или это мужик. А ну дай посмотрю, аккуратно. А, так это мы в паре возьмем, козла и бабу. Да не, вот у тебя хватит собаки этой. А козел, кстати, симпатичный, я тебе скажу. Козел и баба дорогие. Ладно, все, даже не интересуюсь, почем. А козел это кто? Архар. А? Карленс, да. Архар. Все, меня уже заглючило от названия. Ладно, все, давай хорошо. Денег за собаку. Да не надо без да колбасы. Надо, как это? Не, не надо в колбасе. Да слушай, сейчас на торпеду поставим. Плохо, что у него голова вот так вот не делает, короче. Было бы нормально. Ну что, идем. Геночка, спасибо. Я у нас там лежит где-то, да. Аккуратно, Катюня, а то
Не хватит тебе с этим бивнем рассчитаться. Ай-яй-яй. И шо, они стоят? Ага, я думал, приклеены. Все, спасибо, сейчас вернемся. Катюня, аккуратно. Почти как у меня. Да, только у тебя белая. Рафины. А, слышишь, что я хотел сказать? Ты там смотри, на бельишко поглядывай, может, есть купальный костюм. У меня там подписчица интересная интересовалась. Поняла, как раньше были? Как Бонифаций, короче, вот, катался на велосипеде, поняла? Ну, это купальный, прям... купальный костюм. Там у кого-то намечается. Свадьбы, хотят вместо свадебного платья. Ты прямо захотел такое? Да не для себя интересуюсь. Так, может, попадется. Колба для сифона. Так, ох, гитары какие, блин. Лежаночки. Да. Так, давай я тебя сейчас оставлю, в машину закину часы. Здравствуйте. Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте. Здравенькие были. Ходим по барахолочке, что-то ищем. А что-то уже и нашли. Аккуратно, замерзла собачку. Кукушкой пустая? Нет, с кукушкой, но без батарейки. Настоящая Швейцария в Одессе сделанная, короче, так что морская тематика. Нормально. Еще и собаку Катюня свою сюда поставим. Осторожно, мою собаку. Ты перестань, да, ты еще себе найдешь, елки-палки. Да. Не надо. Не будет. Миланюшка, поехали. Здрасте. Слышь, а ну посмотри, как на этой бутылке работает механизм, ты видишь? Как я тебе говорил. Сережа, задача дома. А? А ну. Вот так вот. Потом посмотришь. У нас есть бутылка дома с маслом, да, не можем присоединить. Да там вот этот натюрник надо снять и тогда залезет, все будет нормально. Пошли. Опа. Самовар. Здравствуйте. Здоровенькие были. Здрасте. Спасибо. Взаимно. О, слышишь, часы как у нас. Весы где? Как нам надо. Ёшкин кот. Где часы как у нас? Ну, часы как у нас. А чтоб не простыло, наверное, да? Накрыли, правильно. Добренько. Там какие-то чугунки, вон, видишь, ой, какие? Что хочешь, а машинка стиральная, вот, а помнишь? Кувалда, да, помню, я такой стирала. Бидончики, самогонные аппараты, ёшкин кот. Тазики, тавочки, бутылки, все, что хоть. Ищи мне что-то такое полезное. Например, ну, умывальник мы уже купили. Таблеты светило лакированные. Тебе нужно? Что, таблеты? Самовар хороший. Здрасте, здрасте. Здравствуйте. Кеды джинсовые на колбуках не хочешь? Она всю жизнь искала. И наконец нашла. И наконец нашла. Один, ну ничего. Для счастья много не надо. Где там Таврия, говорят, где-то здесь, да? Игрушки, солдафоны, смотри, еще не погрызанные. Ё-моё. У нас целый кулек с тобой в машине такой лежит, Сереж. А нет, чуть-чуть погрызанные. Сражались, наверное. Не, а так все нормально. Вот так я игрался в детстве. Да-да-да-да. Ага. Играл, играл и погрыз. Купальные костюмы. Ты шо, какие древние ворота? Ёшкин ты кот, старая Одесса, блин. Старая и очень красивая. А ты зачем ходишь на барахолку? Тебе ж постоянно что-то надо, да? Я просто иду и думаю, а я что хожу? А что значит, что-то надо? А мне же ничего не надо. Просто ходишь, получаешь. Ну тебе то чашка надо, то игрушки там новогодние. Ну вдруг что-то красивое увидишь, чего нет. А я просто хожу. Позалипать, полюбоваться. Ага. Ага. И постоянно с чем-то уходишь. А потому что мне ничего не надо и все надо. А как это он тебя через окно слышит? У него слух хороший. Вот это уши чистые. Ага. В одной хавире повезло блатному Ваньке. Удачно он проворотил скачок.
Он снял пивную в самом центре Молдаванки. Туда сходился весь блатной народ. А Зухин вэй на Жмеринку поедет. А Койшин гибен чемодан. И через 10 дней туда приедет. И будет кушать фиш и марципан. Ты видела этот лифт скоростной? Ой, лифт это, ну да. Балкон. Вышел покурить и не вернулся. Обалдеть. Я же забыл, что я песню пою. Эх ты, картина маслом, ёшкин кот. Ну погнали сейчас опять туда-сюда. Обратно. Ага. Погнали. Старенькие дворники подметают дворики. Или какие там дворники? Дворики. Подметают дворники. Чтоб сияла улица моя. Улица, улица, улица родная, Мясоедовская. Милая моя, так, направо, да? Улица, улица. Ох ты шо. Слышишь, а где наша новая лампа керосиновая? Катюня? Мы же покупали или нам кто-то дарил? Наполированная такая наполированная. Ну, до тебя надо спросить. Короче, надо делать ревизию там в ресторане, потому что керосин-то мы уже купили. Марат, все, жарю карасей теперь на керосине. Осталось только найти. Палки, ходули. Колеса не хочешь на нашей тачке обновить? О, радио как у нас. Шкатулочка для пуговиц. Шкатулочка стерлась. Если они не трубили. Никого не трубили. Кусачки, ножницы у мышеловки. Капканы. Пила хорошая. Ты нормально снимаешь? Медленно? Ну, я снимаю, только... Смотри, какой-то... телефоны. Как у нас. Может, своих сюда парочку принести? Я это думала, наши бесценные, наши бесценные, это ж подарок. А, я знаю, что надо. Мы ж купили эту штуку, конфеты делать. Угу. Нам уже даже люди, спасибо огромное, уже рецепт скинули. Может, и попадутся клипсы вот эти? Ага. Ну, или что-то на примере, да, клипс. Да, и сварим селисейкой конфеты. О, банки. А вон, смотри. Тоже приехала. Да, поторговать? Ага. Себе на вискас заработать? А что-нибудь. Себя показать. Скажи мне, у тебя есть какая-то примерная картинка чашки, которую ты ищешь? Нет. Чашка твоей мечты. Ну, главное, чтобы мне понравилось, Сереженька. Чтобы приятная губам была. Понимаешь? Ты что, прямо здесь будешь репетировать? Нет, я почувствую. Приятная рукам была. Понимаешь? Ты меня так же выбирала? Тебя? Нет, чуть-чуть по-другому. От тебя, на, от тебя, да. Идем. О, вон, смотри, лошадка. Шо-шо? А в прошлый раз она не тут была или это другая? Какая лошадка? А вон лошадка. А, конь педальный? Угу. Нет, то у Саши, я думаю, что, наверное, не один есть конь педальный в Одессе. Смотри, какие красавцы. Какие сидят. Из? Слышишь? А сегодня же работает, да, животные там? О, так идем и сходим туда. Детям покажем. Смотри. Пойдем, только сразу говорю, попугая не покупать. Кс-кс-кс. Одна красивее другой. Я думаю, что нам того Яши, который у нас есть дома, достаточно. Это не Яша, а сигнализация какая-то. Нет, чего? Он иногда ничего, иногда чего. Просто он иногда так чего, что потом, когда он еле-еле чего, ты уже думаешь, что это ничего. Орет, что угорелый. Да, Яша. Ну, нам же его так люди порекомендовали купить. Как? Ну, сказали, что у них чуть-чуть пожара не было, и их попугай спас. Начал кричать вовремя. Катюня, по тротуару, по дороге как? Выбирай. Ну, вот так пошли, а там разберемся. Thank you.
Здесь можно просто бродить по кругу, даже не меняя траекторию. И всегда будет интересно что-то послушать, что-то рассказать. А можно и просто помолчать. Смотри, маска какая красивая. А? Угу. Не, без стик не покупаю, у нас полная машина этого оружия. Вообще-то я и не планировала. Хорошо, Милане не надо купить, чтобы игралась? Не-не. Еще рано. Что, очень красиво. И к рыбалке человек привыкает сразу с детства. Не надо нам такое. Вот тебе идем давай. Спиртометры. Марат, ты не хочешь подарить? Что он пьет и не знает. Что он пьет? Ну да. Думаю, что знает. Чувствует. О, смотри. Что? Чудики какие. Ох ты что. Хендмейд, тоже моряки. Красивые. С ними даже можно выпивать. Ну так с ними нужно выпивать, Катюня, смотри, там все в порядке. И что, почем такая радость? Ну, не знаю. Сколько добить. Поконкретнее? Ну, поконкретнее. Я так не подошел, говорит, оценил 500, а там 200. Ну, я так, чтобы не позориться, просто у вас интересует, что... Видно, что руками сделано это же. А этот труд бесценен, елки-палки, поэтому они бесценны, все, я понял. Ну, почему? Перья дорогие. Перья дорогие. Знали бы я, что нащипали бы, принесли, что... Подожди ты, я чуть не забыл, мы же несем эту шпалу. Рапиру, елки-палки, вот тебе и точно. Не забыть отдать. Короче, у нас есть задача, да? Да. Да сделаем он, если как. Получится, как получится, то и будет для красоты. Вещей столько, глаза бегут. О, смотри. Что? Штаны держит, зуб торчит. Это шампунь такой раньше был, ты помнишь? Ну, как будто бы что-то припоминаю. Если я не ошибаюсь. Не, я помню, там кря-кря был. Не, ну это... Может, это в твоей молодости? Я же не настолько древний. Ну да, ты же у нас молотка. Петушок. Ты будешь так говорить, я тебе язык буду вот этим вибратором теребанить. Вот этим? Хороший? Шикарный, Сереж, я считаю. Такого у нас еще нет. Кто это, дедушка, бабушка, портной? Садомаза, да. А это бабушка, то, наверное, его дедушка. Когда сам себе не так больно, когда кто-то. Я говорю, с автоматом. А последнее лицо, о чем она говорит? О том, что глычик, наверное, уже пустой. Ты такой, а она говорит ему, смотри. А что? Будешь много пить, отрежу. А? Видишь? Она мне тебя напоминает, елки-палки. Ты думаешь? Ты посмотри, какая чашка. Катюня, тебе не надо такая? Сколько стоит эта парочка? А почему такая парочка? Интересно, сладкая? Это не парочка, я по одному по 400 гривен продавала. Ну, можно если парочку, так дешевле. За 500 прямо? Ну, за 600 прямо. И что, прямо у тебя есть деньги? Я знаю, я еще думаю. Это хорошая вещь. Да. Ну, твои деньги неплохие. Как это? За 600 лопата в подарок? 500 литров бензина в бак залить. Ну, что ты думай? Ну, я думаю, но проходи. Да я бы уже взял бы. Я их покупала дороже, поверьте. Мы верим вам. Да. Когда доллар тут... дешевый. Да. В Одессе нельзя по-другому, надо всем верить. Как ты так долго думаешь? Я, ну, не я пока еще не готова, но я еще про если... Сейчас такие лопаты не делают. Лопата, видишь? И лопата хорошая, что тут сказать. Надо с доставкой отвезем. Прямо в огород, да. И как, демонстрация сразу, что она умеет. 4 гектара вскопало, подходит. А, еще покопать надо, да? Да, тут такое. Катюня, дай денег, я тебе сделаю подарок. А подарок шикарный. Ну да. А что ты, ну на самом деле? Ты да я. Хотя он больше на Марата походит. Такого нет. Это я искала еще в старые времена.
А по вам и не скажешь. А я вот мы с вами, наверное, одноклассники, потому что я тоже еще тот древний молодой парень. Катюня, говорю, дай денег, сколько? Я тебе сделаю подарок. Ну, 500, говорят люди. Правильно? Да. Все, и лопата вам остается. Да. Ты что? Та за такие деньги, что она носит, я ее всю жизнь любить буду, елки-палки. Скажи, а чего ты не хочешь китайскую эту? Господа? Не хочу. А Китай хороший, это редкий выпуск, бабочка. Серёнка, я не хочу. Редкий выпуск. Хорошо. На сдачу не хочешь? Нет. Пусть что, нема у вас газеты лишние завернуть? Или в 100 гривен? Нет, сейчас вам заверну. Опача. Все, ходили-ходили, угрюмого нашли. Как хоть их помыть-то? Как, водой, зубной щеткой аккуратненько. Нет, никакой водой. Это же бисквит. Это фор-фор бисквит. Это только щеточка, тихонечко. А-а-а. Тихоша, да. Водой не мыть? Ну, аккуратненько шею приклеили. Видишь, у бабушки отвалилась. А я не хочу битую. Эх, мадам, у нее же шея отвалилась. Где? А вон, видите, она приклеенная по кругу. Сереженька, я такое не хочу. Ну, тогда обратно бери. Ну, да, да. Это мужик хоть деда, елки-палки. Да нет, что дед без бабы. Да давай Марату подарим. Красивый мужик. Где шея отвалилась? Да вы не палите контору там, это, этот. Вон, видите? Mm. Так, вот трещина. Ну-ка, приклеили красиво, елки-палки. Я бы даже здесь не увидел, я увидел вот здесь. Вот видите, красненькое там, что у него там. А оттуда, короче, получается, что этот. Что, Марату подарим? Да нет. Зачем Марату? Ладно, отбой. Пусть извините, лежат, пожалуйста. Да, глазастики. А мы в очках просто, поэтому и все нормально. Так, бабки на базе, валим дальше. А, я поняла, это такой ход был специально. Сережка. Никакого хода не было, Катя. Ты можно мне на купальный костюм надо будет денег, так что же я у тебя так буду... Так я бы тебе дала. Брать. А какая картина, обалдеть. Фу, аж глаза проваливаются. Как у Васильевича, да? Идем, мне кажется, что у меня уже начинают ноги в лыжи обуваться и по снегу скользить. Да вот реалистичное. Что ты это ладнаешь? А я знаю, конечно, про япончика все знают. Хоть он на мясоедовской не жил, прошлое ушло давно. Вместе смотри. С старым миром. Ой, сколько? Мама дорогая, ё-моё. А? Вот бы потрогать, ёшки. Пойди потрогай, Серёж. Вот это гирлянда. Тебе побольше, поменьше какой-то. Вот это гирлянда. Да любую. Любую. Не, а штаники хорошие? Что? Ну не, ну тебе, конечно, с нашими не сравнить. Так давай купим, были. Повесим, пусть висят. В коллекцию нашу пижамки. Что, рюмочки две вижу маленькие, то не то на ножке было бы больше сейчас. Ну, ту чашечку дябни. Какую, вот ту маленькую? Да. А можно вас попросить эту чашечку? А, это прямо набор, и сколько их в наборе? Все, что? Да ты что? Да не, мне набор нет. Чего? А если я с тобой захочу? Есть фарфор, германская, старая, три штучки. Пасыки маленькие, прелестные, с юбочкой внизу. Ну где ты такое увидишь? Это Германия. Так нету блюдечек. Есть блюдечко. Да, она так долго выбирает себе чашку, что я уже себе скоро выберу. Это кофе? Да. Да. Смотрите, какая шикарная. Ой-ой-ой. Попробуйте. Прямо это прелесть. Германия, это фарфор. И я вам сейчас покажу блюдечко. Два их таких. Хорошо. Вот это старый Советский Союз, еще фарфор с блюдечком. Смотрите. Тоже интересная, нежная. Это такая, это не фарфор, но это тоже очень интересно. Да, интересно на ножичках, другое. Да? Но совсем другое. Слышь, а воздушная какая, ёшкин ты кот. Тем нет, более японская. Ты Сереженька. А почем набор такой стоит? 200 гривен. Хоть? Всего лишь? На, положи, ты пожалуйста. Точно не хочешь? Я пока не хочу. А хотя, что я тебя спрашиваю, у меня деньги есть, ёлки-палки. Ну, и эту не хочешь? Пока не хочу. А сколько стоит одна такая чашка? Вот чашечка и блюдечко. И блюдечко, да. 150 гривен. Давайте я возьму, спасибо. Два. А у вас их два? Два. И получается за 200 будет? А? Два, 250. 250, договорились, бабки есть. Гуляем на все. Давай, давай, быстрее деньги. Ну, еще, знаете, вот я вас понимаю без слов, да. А она еще тот человек. Она когда ходит, за ней люди бегут и разбирают. Она возвращается. Да, да. Да. Вот это я сделал. С кем же мне теперь кофе пить, я думаю. А если нет, то пусть меня повесят. Эх, Одесса, ласковая мать. Это сколько? Ведь Одессит на бой идет без драмы.
А если мне придется А сколько помирать, этот башмак стоит? То не забуду Одессу маму. Так это что, пепельница получается? Да, возьми маратику. Ёшкин кот. Что вы сказали, 250, 250, 500 получается? Нет, 550. 550, да? Давайте 550 и эту пепельницу. Вот это мы у вас присели. Катюня, слышишь? Без пробега, елки-палки, не дреснутая, ты что? А если накидать аккуратненько угольков, то еще и галстук потому погладить можно. Вещь, как, просто попробуйте. Ой-ой-ой. Она попробуй. Очень тяжелая. Да Мура, ты что, Мурана? Да, с кобальтом. У нас дома такая есть, Сережа, не надо. А что, откуда? Нет, почему я не знаю? Я просто показываю. Это очень красиво. И что, почем такое? 500 гривен. 500 гривен, недорого. И ваза красивючая. Да ты что? Все, заворачивайте мне эту пепельничку и две чашечки. А то он сейчас еще что-нибудь тебе приглядит. А у меня немного осталось. 50 гривен. Отлично. Больше тебя не выдаю сегодня, Сереж. Вот это интересно тоже. Да, да, да. А ну, когда идешь и так вот... Нету больше таких. Манюнишний. Ирина, когда идешь быстренько, ничего не видно. А вот так вот аккуратненько присел, тормознул и все. И на одном месте может состояние немножечко потратить. Серебро? Высшей пробы? А что это вообще? Эй, совок? Это крошечки со столов сметать в ресторане, да? Ну, может быть. Хорошие у меня у бабушки такие были, да. Ага, комплект. Ладно, так, вы нас отпускаете, потому что мы еще хотим и на животных успеть, там и шпагу свою отдать. Это что за человек стоит? Вах, вах, вах. Эй, Гамарджоба, брат, красавчик, посмотри какой. Ой. Его же таки не видно. Может его так положить вам, чтобы продался? О. У вас там еще какие-то чашечки есть? Нет, я выставила по одной. Тут рюмочки. Угу. Что-то красивенько, уютненько, в тряпочках. А вот такой нету, вот цветочный цветок. К этой. Сейчас. А это, ты как... это к фарфор, это к чашечке вот этой. А ты какую взял мне? А вы взяли... Вот я взял две с юбочкой. Да. Может, возьмешь две разные? Не, я хочу две одинаковые. Ну, смотри, это тоже ничего. Ты хочешь, чтобы мы с тобой там подрались утром за чашку кофе? Что это мы должны драться? Ну, а если я захочу ту, а ты захочешь другую? Невоспитанные, что ли? Подержи, чтоб я... Смотрите. О! Да, красиво. Шикардос. Это Германия. Да не, Катюня, ну что ты вот это тоже да? Мне посмотри. Ну это в разы и гораздо. Так, вот так вот я оставлю. Ты, по-моему, здесь сейчас уже очередь соберешь. Ну так а что, если все оно интересное? О, все, комплект. Так, я вам некрасиво заворачиваю. И главное с любовью, все остальное без разницы. Мы все равно дома развернем. И сразу будем пить. Что, это не мне, это... Ну, на ощупь приятно. Ну, так я знаю толк в искусстве. Ты меня просто недооцениваешь иногда. Ты так считаешь? А я не могу, выразиться, потому что не всегда деньги на руках, понимаешь? Так бывает, я остаюсь неуслышанный. О! Порядочек. Спасибо. Вам денежки. Большое. Все. А нам драгоценность. Ты что, чашки одни в Одессе, Катюня? Я одну себе оставлю, а вторую на яхту поменяю. Ты видишь? Чего это вдруг? Ну, я же надо... А мне? Ты же вроде мне купил. Да я возьму тебя с собой на яхту. И мы с тобой в шортах, короче, валиваемся в Вилково. О, селедка выпрыгивает и аплодирует. Либо вам здравствуй. Хотя, по-моему, фантазер. Ты меня называла. Да, те, где коляска, короче. Гаси, идем, а то из меня аж прет. Ну, такое хорошее настроение, несмотря на погоду. А чем у тебя погода не подходит? А потом уже барахолочка. Вот она вселяет, она именно вдохновляет. Слышь, туши, у меня уже куплеты полезли, я сейчас еще и песню какую-то придумаю. Так фу, давай. Да фу, успокойся уже, такое пошло. Как это? Надо карандаши где-то записывать. Спасибо огромное, будьте здоровенькие. Спасибо, до свидания. Чтоб все продали, да. Спасибо. До свидания. Веселый у вас человек. Ну такое, да. Еще как. А можно я вашу шляпу померю на удачу?
А чего ж ей? Алиночка, не ревнуйте. Коня тебе не хватает. Ковбойская. Так ты ж снимаешь, елки-палки. Блин, настоящая. Да, настоящая. У сразу. Меня такая дома, сразу. Зараз ще холодно. Елки-палки. Та в такой шляпе не холодно. Очень приятная Катюня. Очень смотри, приятная. А вот там написано гамак. Где? А, свернутый? Да, новый гамак. Блин, ну запомни место, вернемся а как, когда. А какой он? Какой? Красивый какой. Он такой, знаете, с, как бы, типа мешковина, но не мешковина, плотная. Угу. Ага. Плотная. Вот. Ну и вешается на этот самый, на деревянные. А, все, вижу настоящий. И что почем? Мужу надо спрашивать. Тоже бесценный. Ладно, все ясно. Спасибо. Дорогу помним. До свидания. До свидания. Давай, когда у нас будет дом, гамак уже знаем. Так можно сначала гамак купить, потом уже... Потом дом? Да, знаешь как. Да нет, что же неправильно, елки-палки. У меня машины не было, я пошла. Здрасте, 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 здрасте. Здравствуйте. Салют. А я думаю, где вы делись, вас не видно, вы аккуратненько здесь сидите. Да, здесь стоим. Нормально, что не было нас год, потом мы были на те или позапрошлые выходные. А можно сделать снимочек? Оператор, снимай. Да, сняла уже. Все, передайте себе на привет на ютубчике, да, увидимся. Да, да, да. Смотрю у вас постоянно. Смотрите, постоянно. Будьте нам здоровеньки. Спасибо. Спасибо. До свидания. А ну, Сережка, пойдем еще козла посмотрим. Какого? Такого же. А? Козлик а ты там. Козла, ты по козлам сегодня походишь? Ну давай. И она свистит, когда кипятит. Вот такая простая, да? Что там за козлик у вас? А это я колись купляв своему внуку, а він овін. А він маленький був, ти каже, дедушка, це що? Я говорю, овін. А ти ще є маленьким таким був? Класно, да? Дивіться, яка. Да, да. Щоб ближче показати? А ну, покажіть, що там за козлик у вас. Це супер, це овін. Дивіться, який. А не, виймайте поки, ага. Вілку лише? Да, спасибо. А це, говорить, такого ніколи... Ні-ні. Ні, ви не бачили такого? Дивіться, яка, чорт який. Це ж якийсь звіздочот? Звіздочот, мабуть. А це що за динозавр якийсь? Ну, какое-то сказочное, и что? Це я не, це колись взяв, більше не бачу. Більше на базарі я не бачу, ви серйозно? Фотографуйте. Спасибо. Вам дозволяється. Спасибо большое. Хорошего дня. Все, до свиданечка. Що, Катюня, козел, не пригодился? Нет. Слушай, а ты как этот козла этого козлика попробовал на вертеле, я понял. Ага, и за козлами стала охотиться, ты хочешь сказать, да? И понеслась. Да не, иногда есть такое что-то симпатичное, знаешь. Как там поговорка? Любовь как? Слепа, полюбишь и... Да, 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 и Сережа. Козла, елки-палки. Ну, что ж ты поделаешь? Вот так они и жили, не тужили, детей рожали. Так и хочется тебя бодануть. Так не стесняйся. И он по этой улице бродил. Улица, улица. Улица родная, Мясоедовская, милая моя. Улица, улица, улица родная, Мясоедовская, милая моя. Какой комбинезон полностью вязанный под носки. А, балдеть. Ох, штаны, смотри, какие широкие. Пижама. И
вот интересные полосатые. Как раз для моей яхты. Да. Что я смотрю, ты серьезно готовишься. Думала, шутишь, а ты, оказывается... Я еще тот парень, да. Ай, смотри, какая чашка. А тебе чайная или кофейная? Мне и та нужна. Не, я такую не хочу. Да ты шо? Шо у тебя за вкус, елки-палки? Какой ж есть? Обалденная чашка. То, что денешься. Красивейшая. А у нас лежала катана в этом, кто-то принес. Где? В кабинете, я видел. Кстати, надо спросить. Нам же приносят там подписчики, оставляют там и... Не знаю. Мы это не всегда и видим, кто принес. Кстати, надо не забыть посмотреть. Пойди мне вот ту маленькую штучку купи. Какую? А вон у женщины вон такой, парочка там. За 50 гривен? По-моему, за... У меня всего лишь 50. Поторгуйся. Что именно? Или какая парочка? А вот парочка. Вон парочка, видишь, стоит? Вот тех вот? Да. Угу. Сейчас, стой, на тормоза надо поставить. Будете брать по 50? Ой. Там клееная. Это клееная, да? Да. Все, вижу, что у них красивая, но шея слабенькая. Ты же не любишь клееная. Нет, не люблю. Я уже почти хотел тебе купить. Катюня? Ты что, произведение искусства? Ёшкин кот. Ну это именно чистое вот олицетворение барахолки, ты понимаешь? Все. А это доска объявлений. Даже ключ. Главное, ничего не трогаем. Все, смотрим. Спасибо, спасибо огромное, да. А то все только приходят, щупают и делать никто не делает, да? Хорошо, это вроде бы и делать ничего не надо, все красиво так. Но если что, я знаю, куда пробки. Руками. Вы замечательные, спасибо, да. Опача. У нас еще внизу во дворе там есть красиво. Главное, только не трогай. Все, руки на базе, спасибо огромное. Катюнь, идем глянем. И вот тебе красиво. Там еще сами есть. Вижу, да. Ну, приношу счастье. Слышишь, мы сколько гуляем, вы не заходили в этот дворик, да? Катюня, вот так вот живут, ты понимаешь, люди? Прямо как у нас, когда... Тихо, хорошо, да? Я вырос, у нас тоже общий двор, короче, румынский. 4 семьи, один двор, разные сараи. Красота, тишина, прям музейный дворик. И коты музейные. Смотри, везде скворечники какие. Ага. Интересно, это дело рук одного творца. Смотри. Ага, лижутся. Стол общий, а? Вечерами в домино. И рибу покушать. Кс-кс. Где ты нос ободрал? Эх ты. А что, негде тут на молдаванке, я думаю. Без вариантов. Смотри, детская. Вот это фантазия, конечно, молодец. Кто это придумал? Лестнички, балкончики, Катюша. Все, нам дом не нужен, переезжаем на молдаванку. Да. Так, тихо, тут он, игрушечка. На базу ее. Птицы, слышишь, поют? Угу. О! Марат, я. Водка, пиво. Там смотри, где-то и ты, есть бананы. Сколько лестницам этим лет? Да, видимо, невидимо. Точно, что еще Мишка Япончик по ним бегал. Класс, одесса, мама. Шикарная. Ну все, гайгуй дальше. Пошли там уже, рыбу купим там. А? Да, пошли. Ты аж зачарованная. Я не зачарована, да? Да, можно так сказать.
Рохот, суета, да, там... Очень хороший. Самый-самый-самый. Спасибо, молодцы. Да, сюда не пускаем, нам это не интересно. Серова. Спасибо. Спасибо. Да, тут суета, шум, гам, а там сразу раз и... Тихо тогда. И тишина, да. Так. Ох, там самовар какой. Тебе нужен, да? Самовар? Угу. Ну а чего нет? Прям не так, чтобы сильно, но красивый. Самосленка что? Да. Хочешь что-то? Что ты хочешь? Я хочу, мы Ты тут что-то присмотрел? Глаза разбегаются. Ну вот весы красивые. Угу. Нам с Маратом надо. А? Ну, красивые. Шикардос, пошли и дальше. Катюня, идем, я уже животных вижу, обалдеть, пришли. Да. Да. Ну идем, короче, сейчас на круг зайдем, там посмотрим там. Здрасте. Рыбок там, всяких собачек, кошечек. А потом и рапиру завезем. Так. Сережа, ну мы же еще потом погуляем. Патиссончики в баночках, слышишь? Скажи мне. Тут мы купили рукомойник. Катюня, мы уже гуляем, ты чё? Ну, а ты еще потом мне тут тебе дашь походить? А? Ну, тут еще мне дашь походить? Да ходи сколько захочешь, конечно. Ох, какие яички. Это эти все по 150, эти 300. Эти одинаковые. Эти по 150. Ты уже можешь туда отойти, нет? Ну, почти что могу, Сережа. О! Я тебе пуфик нашла. Что это такое? Ты знаешь, что такое пуфик? Не. Когда выходишь на перекур, например, да, там чуть-чуть присесть и сидеть. Ага. Тебе нужен? Какой? Вот этот вот? Кругленький? Да. Ты что? Безжалостный ты человек. Обалдеть, я таких никогда не видел. Ёшкин кот. Здрасте. Настоящий, да? Ну, да. Сколько же ему лет? Ты что? Сколько ему лет? Кто? Вот этому богатырю. Больше 15 лет, 18. Вот это когда, ну да, 15-18. Слышишь? И что, почему такая прелесть? Нет. Бесценный? Вот это нравится. Ага. Елисей бы тут кайфанул. Ты же кактусы любишь. Просит кактусы. Так сделай ребенку приятно, купи что-нибудь. Ну, 150 что? Композиций. Ага. А этот великан? Полторы. Я понял. Ну немного, слышишь, за такое. Да, в магазине вообще. Он 2,5 потянет. Ты что, еще и волосатенький такой там? Это он у меня махровенький. Ага. А это среди сисси, молодой пушок кактуса. Да, они вообще да, какие-то у вас набирают. Вот бутоны пушистенькие. Набирают, вот веночек по розовеньким цветочкам. Что, другим разом с Елисейкой сюда приходим? Угу. Или ты сразу что захочешь не, взять? Не.
Чего не-не? Хочешь, чтобы сам выбрал? Ну, по крайней мере, на обратном пути. Композиция красивая. Давай. Смотри, Катюня! Обалдеть! Будет тебе счастье. Это мечта и радость любого, не знаю, ребенка, взрослого ребенка, кого угодно. Короче, ребята, я не знаю, что мы там отсняли уже, сколько там материала, но чтобы это не совсем это был именно индийский фильм, 4 часа. Мы сделаем вот этот сейчас поход про животных, там птичек и попугаев в отдельном видео. Так что, друзьяки, оставайтесь, мы дальше будем гулять, нам есть что делать. Ну, а это сейчас давай снимать, как оператор, туши. Что-то, наша песня хороша, снимай сначала. Чайники стеклянные, вазы, это что такое? Это, как это? Как это? Астра? Цветок называется? Красиво. Согласен. Да. Сколько там надо было повышивать, чтобы такое приклеить? Мне нравится такая ваза. Ночная? Слава богу, пока не нуждаюсь. Не, может инвестиция, я же не знаю, за что ты думаешь там. Да давай как-нибудь без таких инвестиций. Ладно, давай, идем. Гуляем дальше. А проигрывать или усилить? Я что хотел сказать? Скажи. Не тебе, а людям поделиться секретом, короче. Про ночную вазу? Да нет, это мы идем, там снимаем за животных. А она мне говорит, слышь, а чашки-то ничего, а? Все для тебя, любовь моя. Сережа. Что? Посмотри на это счастье. Ты представляешь тебя? Нет, посмотри на это счастье. На обезьяну? Да. Да покажи фильмоскоп, я тебя уже вижу, когда ты с таким ходишь и, короче, снимаешь. Вот такая, да? Вот такая хожу, вот с таким снимаю. Да, вот такая вот, ребята, представьте, короче, да. Блин, ну... Обезьяна с камерой. Обезьяна крутая. Ёлки ты палки. Класснючая. Смотри, от твоей чашечки только блюдечко осталось. Угу. А вот тут только голова. Ну ничего, дорисуй себе любую. Да вон лежит голова, вот и начало. А, вот так вот? Оператор, была у тебя такая лампа синяя? А, конечно. Шо, была. Я думаю, что до сих пор у мамы есть. Такая у всех есть. Да, мы лампу синюю увидели. О, а чашка какая изумительно красивая. Да-да, спасибо. Вообще, смотрите, ты шо? Подарочный набор. А? Это изящество. Да я от этой талии в шоке. Ёшкин кот. Даже будешь спросить, почем? 250 гривен всего. И что, если 200 договоримся? Коробка вам останется. Я не хочу, мне да не нужно. Да я хочу. Спасибо, ты, Сережа. Ты знаешь, что, как я беру? Да, нет, да я так выбираю я чашки, может, я кому-то я подарю. Да елки ты палки. Давай я Алине Маршал подарю. Одолжи мне денег, ешкин кот. Хорошо, пожалуйста. Все, она с подарками нормально работает. За 200, без упаковки. Не, давайте тогда с коробочкой, если мы на подарок договорились. 250. Все, тогда 200 у тебя, 50 у меня. Я вам даже 260 дам, чтобы вы нам были здоровы. Потому что я даю последнее, мне не жалко, да, тем более вещь хорошая. Только Алине ни слова, поняла? Ага. Все, ой, будьте нам здоровенькие. Привет. Салют, родненькие, здоровенькие были. Спасибо. Это царский подарок. А мы любим делать людям подарки. И нам тоже дарят люди. Спасибо огромное, ребята, подписчики. Фирма тут все. Так и вижу, фирма веников не вяжет, шикардос. В ювелирном магазине брали, дорогие. Это самое дорогое, драгоценное, вот может быть с барахолки. Все остальное магазины тоже без души, а вот это вот счастье. Спасибо вам, до свидания. Еще одну тебе вазу ночную нашел. Катюнь, ну что, это не, ну разве не красиво? Ты же мне интересный, но долго играешь. До тебя потом дойдет, короче, и ты будешь говорить, какой же я у тебя опять молодец. Ты у меня всегда молодец. Особенно, когда у меня деньги есть, так я вообще налево и направо. Еще тот молодец, да? Раздаю, конечно же. О, есть тут мужчина, Катюня, пошли. Пошли к тому мужчине. Здрасте. Здрасте. Здравствуйте. Что, у вас есть какая-то чашка интересная для оператора? Потому там что уже нету чашек, видишь? Она вторую неделю, ну вот маленькие, изумительные. Мне чайная нужна, ты же кофейную уже купил. Вот а вот так вот всегда, да. А будет чайная, она скажет, мне нужна кофейная. Вот имею женщину, хорошая немецкая, ну ничего. Пойдем в другой раз, может английская будет, слышишь? Хорошо. Все. Все, мы следующая барахолка с тебя начинаем, чтобы не профукать. Ну ничего, как это, будет больше аппетит. Хорошего спасибо. Дня, до свидания. Ах, Сонька, Сонечка, стели свои перины, обли духами пышную кровать, ведь нынче чашку я буду доить для нашей Алины, и вся Одесса и должна про это знать. Парира, тач, тач, парирум, ярум. Катюня, иди сюда, паркуйся. Одесса, мама поздравляет лишь тебя. Катюня, ты что?
Как там? Колоть отставить. В твоем исполнении именно вот так вот. А потом так перекинул и опять. Да? Не, хорошая работа. Слушай, она такая легкая, не знаю, из какого она там материала, но она на самом деле, блин, веса не имеет. Трехгранная. Эх, сколько она чемпионатов выиграла. Давай, туши сейчас, подождем очередь и договоримся. Ну ты жди, я, может, пойду вот там вот пока погуляю. Да, потом ищи тебе, елки-палки, с телефоном. Ну что ты как это, ну, подожди. Ну вот такие люди уже собираются, подожди, я сейчас ничего не успею. Подожди, ну что ты тоже мне, ну... Здрасте, я к вам. Помните, мы с вами договаривались? Вот я принес. Вот такое. Что, получится ей какую-то ручку приделать? Понятно, что не такая красивая, как у вас та, ну. Она колючая здесь, поэтому вот ее тут колпачок одели, чтобы не поцарапаться. Резьба есть? Такое, что хотя бы, что хоть для красоты висела на стене, уже радовала. Что, покумекаем? На клинке на самом, а чего такая короткая? А я не знаю, даже не скажу и даже не знаю, почему она такая изогнутая. Может, это было так задумано специально, чтобы она в руке? Нет. И то, что изогнутая, это... Здрасте. Надо будет равнять. А она не лопнет, она не хрупкая? Это хрупкая сталь. Это сталь хрупкая, это под нагревом выравнивать. Раз, второе. А может ей какую-то трубочку с резьбой нарастить вот сюда, чисто ручку? Она же мне не нужна, там я фехтовать по Одессе не буду. Просто чтобы висела, чтобы не сильно там ее калечить. Немножко доделать, вот то, что перо вы показывали здесь, вот этот вот такой вот зигзаг и какую-то штуковину сзади. Катюня, все будет добре. Может, надо было Сереже напрямую? Что? Да? Там уже и Сереге было. Оказались на барахолке. И к Сереге доехать можно. Пошел. Мерик, я думаю, что сейчас нам ее и починят. Ты давай сейчас там полтора часа будешь снимать, сделай паузу. Я уже могу пойти ходить? Ай, давай, до свидания. Да? Да. И что? Ну, оставить вам ее на поиграться. Во, где я смогу? Высокоуглеродистая, да. Сталь, что не видно, что это сталь. Чем могли не надо забрать, видно, что сталь. Я не могу понять, как здесь взялся такой консервичок, что это было. Может, что-то какая-то вторая ручка составная в нее накручивалась. Быть, она, как, ну, как тубочка такая. Да, да, как втулочка внутренняя. Может быть. Извините, надо оставить. Но все равно ручка должна быть хотя бы вот такая вот. Ну да, чтобы в руке. 14 сантиметров. Здесь, может быть, берется трубка. Или, допустим, металлический штырь. Ага. Просверливается, нарезается в нем резьба. И накручивается, удлиняется. И накручивается. И сзади делается резьба тоже, чтобы сделать какой-то набалдашник потом поставить. Вопрос, чтобы оно выровнялось и сломалось. Чтобы не пришлось переваривать. Что переваривать, только углекислоткой переваривать. Не, ну наварить там по-любому надо. Эту срезать, другую заварить. Не, как раз не, тут надо именно, это же такое, дурное дело не хитрое, да. Тут как раз надо именно трубочку такую загнать. Ага, с внутренней резьбой, да, у тебя получится без вмешательства, да. Ага, все, я понял. Что, скажите, ну, возьметесь или как? Честно говоря... Просто у меня есть еще кому-то занести, это я так вам принес на показать. Это я тебе говорю, знаешь, к токарям. К токарям. Ладно, добро. Что-то тебе придумал. Все, я понял, хорошо. Серега, тогда едем к тебе. Ага. Много. Правильно, лучше, чтобы не испортить. Все, спасибо огромное. Это лучше все-таки нарезка, все это делать хочешь. Это все делать лучше на токарном станке. Если вам интересно, спасибо, у меня есть токарь 6-го разряда, который работает на краяне. Спасибо. Не, у меня есть Серега, там есть, я закину там на привод. Да. Порядочек. Все, спасибо. Катюня. Ну теперь мы точно уверены, что нам к Сереге. Послушай умную женщину, Серега. Да. Что я вообще хотел сказать?
Скажи. Хочу тебе сделать приятно. Ага. И? И показать вот эти чашечки. Не? Не оно? Она у меня любит приятно, но не везде. Правильно. Да. А вы еще и только здесь, короче. Да, везде. Ну да. Нормально. За что? Катюня, прямо ювелирный магазин, ему да? Штуки давай. Тебе эбонитовые, да, и мужик да? Какой-то на коне, и на дракона гасит там, ты что, и балалаешник с невестой, это все, что ты хочешь. Угу. Вот это да. Даже не знаю, что я хочу, Сереж. Он веер хороший, не надо Ульянке? Нет. Не, это китайский. Ты че, китайский веер? Катюня, выбирай, бритву или веер? Ё-моё, забыл даже в какую сторону. Он такой новый, что еще даже не разлипал его никто. Я первый. А приятно быть первым, да? Даже у веера. Хлобысь. Катюня, и что? Ты посмотри, вот это вот какая красота. А ну еще раз так губы сделай. Не-не, ладно, посмотри. А то она меня сейчас спалит и выведет на чистую воду. О, шалтай-болтай, черепаха. Катюня, смотри, такая же маленькая, только в миниатюре. И что, почем эта пепельница? Такая 200 гривен. Да ты что? Там мы за 150 купили вот такую здоровую. Ну ладно, пусть полежит. Это Одесса. Согласен, да. Это Одесса. Как? Не про канал, да. Ёлки-палки. Не, ну это мне не нравится. Да лобзики интересы. Ты что, баранам копыта подрезывать? Люлька, трубка, все дела, зажигалки, часы, ох, это что, ручной работы с розочками, ёлки-палки. Для вас, самому человеку, мы всегда всё... Спасибо огромное от души, ёшкин ты кот. Вы у меня утёсово брали. Взяли и до сих пор слушаем. Кстати, да, спасибо огромное за подгончик. Катюня, гайгуй подальше. Будьте здоровенькие. Вот ты вообще Галя балованная. Вот я хотел тебе сейчас предложить или колесо, или пылесос, но понимаю, что ни то, ни другое тебе не надо. Уж метлу даже, лучше предложить. Даже сварочный шлем. Что еще? Кирка, топоры, часы, будильники. Рыбы. Всякие будильники разные. Тик-ток, да? Да, тик-ток, тик-так, он все, да. Все здесь, да. Здравствуйте. А мы ваш патефон до сих пор слушаем. Спасибо огромное. Хорошо. Да, вот как взяли, так до сих пор. Спасибо. Мурчит, жужжит. Катюня? Да ты не нафиг тебе эти слоны. Посмотри, сколько там подсвечников. Ёшкин ты кот, это ж твое любимое. Прям королева металлолома. Ты уже сегодня как только меня не назвал. По-моему, уже... Ну, все это любя самое главное, правильно? Нет, по-моему, уже перебальщиваешь. Катюня, я ж тебя не обижаю. Ну, еще не хватало, чтобы ты меня обижал. Мне вот такие нравятся. Может, ты себя найти не можешь, так я тебе призвание твое такое. О, вот такие точно, мне нравятся. Королева металлолома. И погнала собирать все железное. Ты меня слушаешь согласен? Вообще? Очень, я тебя поддерживаю. Супер. В стеночку привинчиваешь, туда ставишь свечечку. Да. И вот стой ночной вазой, короче, идешь потихонечку. Ну тут как раз два. Ладно, поставь, а то у меня фантазия разыгрывается, елки-палки. Слышишь, ты подними подол свой, чтобы сейчас слона не уронила. Я подниму подол. А тебе я куплю такой ночной колпак. Подними, говорю, сейчас слона зацепишь, слава богу, идем, елки-палки. О, у тебя деньги упали, давай догоняй. Одеваешь колпак. Молодец. И что? Тапочки такие, как у старика Хоттабыча. И что? И хожу свечи за тобой тушу? Да. Договорились. А мне еще знаешь, что нужно? Что? Я забыла, как называется, которая подрезает фитилечки. Подрезатель? Нет. Да ножницы обыкновенные? Нет. Не, ну может какое-то есть у него название, я не знаю. Вот мне такая штука нужна. Отсекатель фитилей? Да. Все. Купи мне. Ищем. Хорошо? Ёшкин кот, ты посмотри. Здрасте. И что, почем такая радость? Прямо 1000. Смотрите, у меня такая же. Только без ручки и покороче чуть-чуть. Бачите? А ну-ка, возьмите потрогать. У нее должно быть так загнуто здесь на ручке? Чуть-чуть или нет? Это уже именно когда они шпиговались, кто-то что-то погнул. Наверное,
фотографии. Рыцарю Одессы. Ёшкин кот, она еще прямо именная. Катюша, есть 1000 гривен? Не знаю, мы не вычитали еще. А, теперь две, да? Ладно, все, давай. Пипец. Одна тебе, другая мне. И звук настоящий. Ладно, продастся. Так, опача. Именная. Да, да, по месту. Там, где мы что. Валим дальше. Нет, это не купили, это я еще где ручку мне приделать, отреставрировать. Завезу, закину. Слышь, а ну, Катюшка, поснимай красиво, что сюда не хватает каких запчастей. И вот так вот поснимай. И вот так вот поснимай. И ручка несложная вообще просто. Но хорошо сбалансирована. Деньги надо бросить? Опача. Вот это вот. Щекольчики на телефон 10, 15, 20. Жене сделать, она вас будет только... Да лучше пусть... Колонь. Нет, пусть лучше у меня только будет. А то не, мало ли что там настроение будет плохое. Спасибо. Да, и орел там красивый, и фазан интересный. Блин. Пошли, орел. Совет там лежит тоже. Все, барахолочка потихонечку собирается. Гена не уехал? Не, Гена на базе. Мы как? Я уже не знаю как, я уже хочу ехать к Алиночке и сделать шикарный подарок. Ой. От всей души, с хорошим настроением, Алиночка. Только надо помыть ее. Я уже кушать хочу. А там говорили, там чебуреки, беляши, не, пирожки ну... с горохом. Здоровое питание, Сережка. Тьфу ты, елки-палки. Вон, бери себе. Ты что? Я в шоке. Я просто не знаю, какие должны быть у меня, чтобы я с тобой рядом смотрелся. Да. Прямо именно кобылка то, что надо. Ребята, мы шли, короче, такая ситуация случилась. Оператор увидела чашку и забыла все на свете, даже снимать забыла, короче, и начала торговаться. Хорошо, что, как я тебе говорю, что я у тебя не тормоз, и быстренько среагировал, потому что за нами такая очередь собралась, и люди уже давали в 4 раза больше, чем стоит эта чашка. И оператор, у тебя таки случилась мечта, сейчас покажу, ребята. Как ты говоришь, ручная роспись? Тихо, фу, показала, что коляска уезжает. Она такая нежная и хрупкая. Ребята, блюдца легче газеты. Вот век на лодке не кататься. Может, кому-то и ни о чем, но оно прозрачное. Ну, блюдца-то такое. Точно ручная работа, Катюша? А? А, ну да, видно, что по-китайски написано. Ручная работа. А ну, подержи, я сейчас чашку покажу. Главное, не гэпнуть сейчас. Там мы же уплатили, уже можно и гэпнуть. Посмотри, посмотри, боже мой. А какое тоненькое. А ну поставь на блюдечко. Главное, чтобы наши коты. Слышишь? Так вот и не оставляй на столе, мой сразу и в шифонер. Я так всегда делаю. Да? Счастье есть. Ручная китайская. Не, ну второй такой не ма. Переборчик. Не, я хотел сказать, да? Что давай я сейчас всем скажу. Ребята, от всей души, с хорошим настроением. Для вас сегодня бегали по барахолке, забегали там на рыб. А, рыбки на месте, чуть не испугался, короче. Одесский липфан. Всем пока-пока. Чао. Ну а ты в это время, когда поставим сейчас это все на паузу, класс, пойдешь от души минут. Погуляешь без фильмоскопа. Ребята, всем таки привет из Одессы мамы. И пока-пока. До скорых встреч. Чао.